Здравствуйте, дорогие подписчики, а также новые зрители. Меня зовут Галя. Сегодня у меня распаковка с сайта AliExpress. Все для ноготочков. Надеюсь, видео вам понравится. Ну а кому понравится, вы знаете, что пальчик вверх. И пишите также свои комментарии, что вам понравилось больше всего. Ну а мы начинаем. Итак, первые посылочки мне пришло, смотрите, 10 штучек, 10 вот таких вот насадочек. Это для педикюров, для натоптышей. Так, идет вот такой вот барабанчик с хорошим длинным стержнем. Мне нравится, что именно хороший длинный стержень, а не коротенький. И вот такая вот пластиковый набалдашник. А он какой? А, это как будто бы резина. Он мнется даже, да. Такой твердая резина. И чтобы не прокручивалось. Здесь этих насадочек 10. Вот такая вот. Хорошо для пяточек, обработки пяточек. И для натоптышей. Хорошая штучка. Сойдет. Ух ты! Какая красота! Ой, а что это? Смотрите, его здесь вообще пусто! Вообще ничего нет! Так же и здесь! А, да вы что? Ну, две ячейки вообще почти пустые. Ну и здесь чуть-чуть насыпали. Вот вам и хлопушки, юки. Будем открывать, но смотрите, здесь оно еще все такое. В этих хлопьях. Сейчас, если открою, будем все сверкать и блестеть. Не могу, кстати. Вот. А, ну все тут запечатано. Пленочкой. Так, ну я уже вся блестю. Кто видит? Но, конечно, мне не нравится. Смотрите, здесь вообще ничего нет. Здесь буквально на пару вот дизайнов. Конечно, расстроилась чуть-чуть. А как оно открывается? А, оно с разных сторон. Смотрите, здесь сколько? 7 ячеек. Ну да. Нет, подождите, 12, господи, что это? Я просто увидела здесь семерку и думаю, 7 ячеек, нет, их 12. Думаю, что я сказала, каких 7? И вот, а ну-ка. А, это прозрачная пленочка. И вот такой вот для дизайна, для декора. Так, это с этой стороны, а с этой как ее тогда добраться? А, чтобы добраться, надо открыть две, и потом можно добраться до среды. Ой-ой-ой. Ну, как-то не очень-то продумано, мне кажется. Да. А чтобы эти средние открыть, надо все открыть, чтобы добраться до этих средних. Ну, как-то так. Золото. И голография. Красивая голография, конечно. Ой, а что это? Оно уже не закрывается. А, нет, надо силы чуть-чуть. И с этой стороны точно так же идет пленочка защитная типа. Хоть тоже вся пленочка, смотрите, вся пленочка в блесточках. В блесточках я уже вся блещу. Но не буду открывать, а то сейчас реально буду вся и все везде. Ну, вот такие вот хлопья юки для декора. 12 ячеек. Красивые цвета. Сочетание цвета тоже отличное. Супер. Так, это пилочки сменные, файлики тоже и сама пилочка. Вот такая вот тверденькая, смотрите, какая толщина. И
файлы сменные. Вот не знаю, какая здесь гридность, мне кажется, 150, где-то так. Ну и они на липкой основе. Ну, хорошо липнет, конечно. Как правило, вот так вот раз с одной стороны и все. Конечно, никогда я не пользовалась такими вот пилочками. Это первый раз такое вот прикупила. Ну, интересно, будет их попробовать. Так, ну это что-то уже от Born Beauty, Born Pretty, то есть. Что это? А, это, я так понимаю, это шкрабер. И это мой долгожданный стемпинг. Штампик, вернее, а не стемпинг. Штампик для стемпинга. Ну, вот как вы видите, запечатан вот так вот, красиво все. Только единственное, что перебилось, вот именно тот скотч сюда перебился. Надо, может, попытаться его отмыть. И давайте рассматривать. У всех он уже почти есть, только я как-то запоздала. Так, а этот он толще, чем этот. Ой, смотрите, как в секунде я поцарапала его. Видно? Вот. Это знаете, от чего поцарапала? А только что я пилочки открывала, только что вот для пяточек тоже. И буквально в секунде. Ну что, этот мягенький, а этот уже более толстый, более твердый. Хоть это тоже шкрабер, не? Ну, не знаю, красивые. И давайте смотреть наш штампик. Ой, подушечка хорошо липнет, вообще мигусенькая. Отличная. И вот такая вот. А это уже вообще менее липнет, но она более квадратная. Вот более как-то срезана. Вот видите? Вот так вот лучше заметно. Но, конечно же, я предпочитаю прозрачные штампики, потому что так вы можете смотреть на ноготочек. Вообще супер класс показывает вообще. Так как у меня другой штампик, который я выиграла за 1 центик. И он маленький. Ну, а этот вообще офигенно смотрится, прям видно все. Да, супер-супер, мне нравится именно вот этот вот прозрачный. Ну, а этот тоже, можно сказать, как бы хорош. Да, так тем, что он большой, а сам по себе он чуть-чуть как-то из-за этого, что оно не прозрачное, лучше бы сюда чуть поменьше этих штучек набросали, и оно было бы, мне кажется, даже лучше. Ну да ладно, как есть, так и есть. Хороший этот, более липкий вообще, прям смотрите, как липнет. Красота. Мечта сбылась, короче. Супер. Отличный штампик. Так, а это что? А это, вот сейчас вспомнил, конечно, оно мне шло очень долго. Это песочек, это не акрил, а это вот это светоотражайка. Да, долго я его ждала, и наконец-то я его получила. Хоть сейчас уже есть гель-лаки светоотражайки, но тем не менее. Я надеюсь, там защитная пленочка есть, чтобы сейчас все сюда не посыпалось. Да, есть. Ну, попробуем. Но единственное, что знаю, когда его перекрывают топом, он теряет вот эту вот светоотражайку. Но мы попробуем, да. Вот сначала на вазу я его приклею. Или на топ. Ну, не знаю. Потом посмотрим. Давайте сначала с нашими посылками разберемся. Ух ты! Смотрите, какая прелесть! Голубенькие, голубенькая голография. Вот такие вот нежненькие хлопья юки. Кстати, они похожи по нежности, похожи, мне кажется. Только единственное, что эти более воздушные. Та-дам!
Вот такая вот прелесть. Вот сюда бы сейчас чихнуть, правда? Хорошо, что я от аллергии излечилась. Так, это гель-лак. Давайте смотреть, какой. Ну, это гель-лак. Яйцо. Вот такое вот. МТСИ. ДБ-59. 6 мл. Бутылек пластик. Густой. Или мне так кажется, просто там оно... Так как бутылек был перевернут, сейчас... О, вот сейчас только воздух пошел. Ну, вот такой вот, как вы видите. Точно такой же почти, как на бутыльке нарисован. Что сами вот эти вот черные штучки, они разного размера. Ну, интересно. Хоть поздно, сейчас уже как бы тренд на него прошел, но тем не менее, я, как всегда, поздно заказываю. Подфартило. Поздновато. Так, здесь у меня наклейки водные. Подождите, здесь прилипло мне. От Full Beauty. Давайте посмотрим, какие наклейки. Потому что у меня уже один пак такой есть. Ай. Невозможно достать все вместе. Итак, у меня уже пак похожих наклеечек есть, водных. Давайте смотреть. Звездочек в прошлых не было. Здесь идут как золотые, так и серебряные вперемешку. Но мне кажется, все-таки побольше золотых. Смотрите, какие кошатники. Очень классные, ходовые, конечно, тем, что они вот именно вот блестящие, золотые, золото и серебро всегда в ходу. Так что, если будете брать, не пожалеете. Да, красивые, интересные, все суперские. Отличный набор. Ну, это чуть так. Не очень модноватенько, ну а вот такая вот, вот смотрите, на Хэллоуин, шикарно. Вы уже видели, да, скажите, ты же нам показала, что ты нам еще показываешь. Так, следующее. Здесь вообще открыта посылка. Продырявил мне ее кто-то. Ой, думала вообще пусто, а здесь смотрите, знаете что? Это магнитик для... О, смотрите, он хорошенький такой. Для кошачьего глаза. Да. Как всегда, поздно прикупила, но то, что есть, то есть. Будем пробовать. Так, здесь смотрите, какая красота. Разноцветные бабочки. Они... Флуоресцент, они, кстати, светятся. Мне кажется, они светятся. Да, вот посмотрим. Потом в конце видео я буду выкрашивать вот топ. И также вот эту вот блестяшку нашу, отражайку. И мне интересно, мне кажется, они светятся в ночи. Ну, посмотрим. Мне кажется, флуоресцентные, друзья. Следующая посылочка. Мишеринг Nail Gel. Вот такой вот коробок. Видите, еле-еле пережил почти транспортировочку. Весь закрутился. Так, ладно, давайте открываем. Так, 003. А, это кошачий глаз. 8 мл. Бутылек, кажись, пластик. Нет, это не пластик. Я уже попробовала прям на зуб, извините. Это не пластик, это стекло.
только под матовым таким. Ой, оно чуть потекло. Ну, это вот такой вот розовый кошачий глаз. А ну-ка, посмотрим как раз нашим магнитиком. Так, ну. Ничего не вижу. Кстати, похоже на мои ноготочки. Ха-ха. Интересно. Ну, бутылек. Смотрите, здесь прям протекло оно. Короче, не очень весело. Ну да ладно, главное, что не вылилось. Бутылек не сильно полный. Учитывая, что здесь только 8 мл, а он где-то наполнен вот посюда. Ну, будем надеяться, что стенки этого стекла не очень толстые, да? Чтобы нам больше там всего было. Так, здесь тоже какой-то гель-лак. Хорошо упакован, все, это хорошо. Так, давайте смотреть. Это гель-лак фирмы Урсукар. Изисот, Урсукар гель. А что это? Люминоус топ. А, это светящийся в темноте топ. Ух ты, клево. Вот такой вот он. Почти молочный, но не очень. Кстати, пахнет как его же топ от Урсукар. У меня вот, я пользуюсь вот этим топом без липкого слоя. Мне он достаточно нравится, он такой хороший. Чуть-чуточку затирается, но тем не менее. Интересно будет испробовать это. Но так как он мутноватый, вот мне кажется, что блика не очень сильно и будет. Но смотрите, здесь еще какие-то вот... Надо, наверное, его будет все-таки взболтать перед тем, как его наносить. И он будет давать, наверное, вот такую какую-то мутновость самому именно покрытию. Ну, посмотрим. Так, это втирочка Shell Power 07. Смотрите, а здесь ее насыпали очень достаточно прилично. Смотрите, если учитывая, что все равно оно с двойным дном, ну не с двойным дном, а вот выемкой такой, но все равно, смотрите, достаточно хорошо его здесь насыпали, этого Shell Power. Ой, чтобы только руки не затряслись. Мамочки! Вот это да! Надо его как-то будет потом хорошо сделать. Ой. Да... Смотрите, какая втирочка хорошая, уже втирается в кожу, классно. Такой люминоус эффект, клевая. Надо ее потом будет как-то ее собрать красиво. Кстати, оно как будто бы вот руки в тальке, вот сейчас они такие прям хорошие, мягенькие. Не мягенькие, а такие прям не шероховитые. Так, следующее. Уважаемый покупатель, я очень рад, что после долгого ожидания продукт наконец-то доходит до вашей руки. Ух ты! А до моего ноги не доходит? И это Color Gale Shin Shing 99. Shing. Да, 8 мл. И цвет 0,54. И что это за цвет? Ух ты! А цвет вообще шикарный! Цвет классный, бирюзовый. Кстати, он с шиммером еще. С миленьким шиммером. Надеюсь, видно. Прям вообще. Но вот как сколько видно, что он какой-то здесь неполный. Да,
Здесь его не так уже и много насыпано, налито. Не, ну, конечно же, говорят, что, типа, если это 8 мл, так его где-то вот чуть-чуть. Ну, дай бог, что он все-таки там есть. Так, ух ты, а это два пальчиковых бутылька, два пальчиковых гель-лака от Pictou. Тоже Pictou, номер AC01. Такой телесно, чуть-чуть розоватенький такой. Белый розоватенький. И этот AF07. Это другая уже серия, так как AF. Ай. Ну, это красивый такой. Как бы можно сказать, синий вместе с серым. Хороший цвет. Или можно сказать, тусклый фиолетовый. Как хотите, так и говорите. Какая красота! Сколько всего! Стразики! Ой, выпало что-то? Не, не выпало. Вот такие вот стразики, смотрите, для ноготочков. Серебряные. И они, видите, они просто посеребряные. Здесь нету именно, это не стекло, это пластик. Вот здесь вообще прозрачные. Голография, топаз или опал, как его там, опал, мне кажется, говорят, золотые и вот такие вот прозрачные уже голографические. Вот такой вот наборчик стразиков, 12 ячеечек. Ну, все одинакового размера, да. Хороший наборчик. Ух ты, смотрите, в каком состоянии мне пришел вот такой вот бутылек, коробочка, вернее, номер 10. Вот вам и Born Pretty. И надеюсь, что все-таки здесь ничего не треснуло. А что это такое? А это... Что это? А, это штампинг. Это стампинг гель. А, это белый, белый white gold. Чего? Или это просто... Ой-ё! Вот нажала. Смотрите, он расслоился. Ой, мамочки! Как, знаете, как это... Птичка. Только чуть беленького не хватает. Ой, мамочки, какой он усё. Не знаю, надо будет, наверное, открывать спор для этого всего. А то капец просто, да... Ну, то, что он расслоился, это же нехорошо, это означает, что ему уже кранты, не? Хотя, кто его знает, может, надо его взболтать чуть-чуть. Так, это отдельно, и это отдельно. Так, ну, это ИБД, Builder Gel, 56 грамм. Нюд пинг цвет. А ну-ка. Ага, здесь защита. Конечно же, этот гель, он без двойного дна. И, конечно, баночка такая, знаете, хорошая, увесистая. Итак, откроем, посмотрим, что нас ждет за цвет. Ой. А-а-а. Это не так все и просто. Блин, надо было потом красиво это все срезать.
Вот такой вот красивый, прозрачный, полупрозрачный цвет геля. Хоть говорят, что он печет в лампе, но мы попробуем. Но тем не менее. Хорошая банка такая, вообще супер, отличная. Без двойного дна, все классно. Теперь я вся вымазалась, я пойду отмоюсь. Отмылась как смогла. Дальше. Ой, чуть не разрезала. Или разрезала? Разрезала! Смотрите, я разрезала. Ну да ладно. Ой, а тут две. Чуть не выбросила вторую. Так, это втирочки от Born Pretty. Втирочки? Да, втирочки. Смотрите, какая. Видно? Вот такая вот простая беленькая втирочка с аппликатором. И вторая втирочка от Born Pretty. Вот такая вот нежно-розовенькая. Тоже с аппликатором. Кстати, цвет... Это цвет или это не цвет? Ну, походу, да, серия вот, и цвет 4, и цвет 5. Я так думаю. А может быть, я ошибаюсь. Так, хорошо. Следующее. Большая, красивая, смотрите, какая вся грязная. Ну да ладно, мы этот пакет все равно выбрасывать будем. А здесь мне пришли гели. Гели от Full Beauty. Ух ты! Оно открыто было. Ну что, это прозрачный, это белый, это light pink и это nude pink. Ну, прозрачный зачем открывать? Я не хочу сейчас прозрачку открывать. Белый тоже не открою. А вот light pink мне интересно какой, и nude pink мне тоже интересно, какой именно этот цвет. Я бы чем-то другим открывала, мне кажется. Итак, а это походу light pink. Смотрите, какой прекрасный цвет. Очень нежный, прям чуть-чуть такой персиковый, красивый. А это nude pink. Давайте открывать nude pink. Его, а подождите, оно похоже. Но видно, да, что это нюд, а тот пинк вот такой вот лайт. Отличные цвета. Для френча вообще суперовые, что тот, что тот. Очень красивые. И мне очень нравятся они тоже. Ну, я имею в виду, что я пользовалась прозрачкой. Мне понравилась очень прозрачкой. Ой. Не пускает меня вот эта вот защитная пленочка. Класс! Супер! И следующая посылка. Здесь еще хлопья, смотрите. Класс! Это уже беленькие. Беленькие, все, без голографии, ничего, просто беленькие. Что эти голубенькие у нас с голографией, а эти просто беленькие без голографии. Класс. Но их здесь очень мало, но так как они слишком тоненькие, так что надолго, надеюсь, хватит. Так, главное закрыть правильно, чтобы не получилось у нас конфуз, чихнуть на них. Ну что, мои гель-лаки, будем выкрашивать. Начнем с Pictou.
AF07. Ну что, мягко наносится. Цвет достаточно плотный для такого цветника. Ой, а что это оно у меня включилось? Не знаю. У меня сама вспышка сама по себе включилась. Ладно, сейчас остановлю и выключу. Ай, подождите, а что с этим гель-лаком? Слушайте, мне кажется, он термо. Потому что как-то наношу, а он светлеет. И для меня так кажется. Ну, не знаю. Все, выключила вспышку. Вот такой вот. И у него что-то есть. Я не знаю, у него какие-то крупинки прям видно внутри. Может и термо. Ну, потом посмотрим, проверим. Я что-то забыла уже, какой это именно гель-лак. Это Pictou номер AC01. Достаточно жиденький гель-лак. Но такие вот светлые тона, они всегда полосят. Так что всегда надо наносить второй свет. Так, давайте я на обычную типс, вот у меня она белесая, вот просто нанесу вот это вот, чтобы посмотреть именно, какого размерчика у меня вот эти вот штучки. Ну, красиво. Если есть какой-то или шиммер, или еще какие-то вот такие вот штучки, надо всегда помогать кистью. Ну, что мы и делаем. Ну, вот такое вот яичко у нас получилось. Красивое. Мне нравится. 99 мшинг. И цвет этого 0,54. А то есть что-то сразу прям к выкраске. Цвет достаточно плотный. Есть какие-то крупинки попадаются, не знаю чего. А он же еще и с шиммером, да. Есть какие-то крупинки, вот мне не нравится. Вот смотрите, это даже не воздух. Это крупинки какие-то. Надеюсь, видно. Вот вообще, смотрите, прям мазнуло и прям все в крупинках. Вот мне это не нравится, что какой-то мусор. А может, это на типсе был? Хоть сомневаюсь, что аж столько. Ну да ладно, потом посмотрим. Не, ну мне кажется, в самом бутыльке такие. Цвет красивый. Вообще такой яркий. Очень классный. И кошечка. Кошечка, конечно же, всегда хорошо выкрашивается на черную поверхность. Но вот не знаю, выкрасить ее на черную или просто прозрачку. А может, давайте я сначала на черную выкрашу, а здесь вот просто на прозрачке покажу. Мне кажется, так лучше будет. Ну что, черная типса у нас уже есть подготовлена. И наношу нашу кошечку. Ух ты! Красивая. Розовенькая. Есть этот такой розовенький блик. Знаете, вот в белой кошке она просто белая. А это именно с таким вот розовеньким шиммером. Чуть больше наберу. Вот такая красота, смотрите. На черной подложке. И попробуем забликить. У меня упал магнит. Тут уже от него уже кусочки остались. Так, а что это? Как поиграться-то с тобой? Вот, смотрите, какая прелесть. Видите? Вау! Вау-эффект! Ух ты! Очень красиво. Очень красиво. Кстати, она еще с каким-то голубым. Я-то думала, что это розовая кошечка. А она получается, смотрите, она голубая с этой стороны. Это, наверное, хамелеончик какой-то. А ну-ка попробуем здесь вау-эффект сделать. А здесь как-то не получается этот вау-эффект. Хоть есть, тоже играется, вот как вы видите. Вообще черная, смотрите, какая крутая, классно.
А знаете, вот делают вот так вот без блика, и потом вот щеточкой, кисточкой проходят, и оно прям становится вам сразу же дизайн. Кстати, клево. Ну все, потеряли мы как-то блик. Все, извините, сейчас еще раз нанесу. Но мне кажется, вот именно вот она синенькая, именно на том, потому что она на черной подложке. Может, без подложки она будет обычно вот розовенькая. Ну все, я вот так вот я ставлю, потому что она просто суперская, вот такая вот. Классно. Ну-ка. Вот так вот. Девочки, смотрите, какая прелесть. Ха-ха. Это термогелак. Подождите, какой это был? Это вот он. Да, я же говорю, здесь какие-то крупинки видны. Смотрите, какой прекрасный градиент получается. Вообще суперовое. Жаль, у меня гипса косая. А так клево. Ну что, нанесу я еще раз. Еще один слой на него. Что вообще был термо-термо. А я думаю, достаю с лампы, думаю, что-то не то. Как-то он поменялся. Ну и при нанесении, конечно же, видно вот эти вот какие-то крупинки такие на нем. Интересные частички. Ну что, цвет вообще классный. Я имею в виду, что он перекрыл даже вот гипсу в два слоя. Ну что, попробуем нашу прекрасную втирочку. У меня только что топ с пылу с жару. И попробуем втереть вот эту вот жемчужную. Ух ты, сразу такой красивый эффект. Классно, кстати, втирается. Очень классно. Прям реально круто. Смотрите, какая. Очень красиво. Даже нет никакого изъяна. Без проплешин, без всего. Итак, наша розовенькая втирочка. Не поняла, это, наверное, или топ уже остыл, а то розовенькая что-то не очень так и хорошо втирается, или это мне так кажется, или она так и должна быть с нежно-розовым эффектом. Ну, как-то я ожидала от нее больше. Смотрите, какая вот эта вот жемчужная, а вот это вот вообще как-то никак. Ну, не знаю. Мне розовенькое что-то не очень понравилось. Итак, следующий. У нас следующая типса. И вот эта вот прекрасная втирочка. Ух ты, зеленая. Зеленая, классная. Ну, это зеленая, она на черном. Хоть думаю, она зеленая тоже на прозрачном. Вот я еще сверху тоже поставила, да, она тоже зеленая, даже на прозрачке. Вот так вот втирается, конечно, классно. Она хамелеонит. Кстати, сейчас вижу розовая и зеленая, она как-то хамелеонит. Розово-зеленая какая-то. Вот на прозрачке она розовая-зеленая. Да, смотря как повернуть. Красивая, смотрите. Видите, такой розовый какой-то эффект у нее на прозрачном. Ну, а так. И все мы знаем, когда мы наносим втирочку на наш ноготочек, мы, когда нанесли втирочку, перед тем, как покрывать топом, мы сначала должны пройти свободный край пилочкой. И, конечно же, лучше для закрепления нашей втирки мы сначала проходим топом с липким слоем, ну, а потом следующий слой идет уже у нас топ без липкого слоя. Так наша втирочка будет держаться долго. Ух ты, смотрите, а наша втирочка-то просыпается. Смотрите, как здесь. Видите, она здесь зеленее такая становится после топа.
красивое, более яркое. Ну, понятно, после топа топ-топ же у нас блестящий. Так, класс, класс. Причем эта стирочка на прозрачных тонах тоже смотрится, то есть на светлых тонах тоже смотрится классно. Шикарно. Кипсу перекрыла топом. И буду выкладывать наши бабочки. Они чуть-чуть торчат. Мне это уже не нравится. В хаотичном порядке. И разноцветненькие. Ну вот смотрите. Бабочки топорщатся. Как-то не очень мне это нравится. Потому что я думала, они будут потоньше. А они тверденькие. Ну и мне еще осталось вот использовать вот эти вот хлопья. И также хочу использовать, попробовать вот эту вот светоотражайку. Наверное, первым делом я сделаю фотоотражайку на прозрачной типсе. Смотрите, сколько здесь всего много. Первым делом я на прозрачную типсу нанесу топ и присыплю это все на непросушенный топ. И с помощью пушера буду засыпать наш типс. Ой, оно такой порошочек такой, прям сбегает весь. Все порассыпалось. А ну-ка, контент. Вот, сразу видно, что куда посыпалось, не? Смотрите, какая у нас типса тут получилась. Не знаю, как-то мне кажется, что не очень. Вот порошок тут классно смотрится. А вот типса какая-то или чересчур она мокрая получилась, или что? Да ладно, просушим и потом посмотрим. Итак, перекрыла я типсу обычным гель-лаком. И теперь на липкий слой хочу выложить. С одной стороны я выложу голубенькие. Конечно, уже смотрится шикарно. Очень красиво. Очень. Смотрите, какая прелесть. Вообще. Очень красиво. А сверху вот поставлю именно вот такие вот прозрачненькие штучки. Хлопья. Но, конечно же, уже нет этого эффекта. Это просто... Кстати, он смотрится как лед. И уже они прям разные. Очень красиво. Просто прям такое. А здесь сверху пару еще этих крупинок упало. То, конечно, мало заметно. Но это от того, что топом вот сейчас вот, когда перекрывала, вот чуть-чуть все-таки на топ. У меня на кисточку от топа приклеилась. И сейчас вот уже не такой вот просто вот обычный прозрачка, а вот именно... Чуть-чуть с голографией. Красиво. Ну что, проверим нашу типсу. Как она в холодной воде. Она такая же, не меняет цвет. Вот такой вот у нее цвет при холодной воде. И тепленькая. О, красота! Смотрите, какая прелесть. Розовенькая. Вообще очень красивая. Класс. Вот вам и дизайн на быструю руку. А расходится, как все интересно. Ну и вот как смотрится именно светоотражайка
Конечно, этот дизайн, он очень классный тем хотя бы, что он идет типа матовый, да, и он не делает вам серенький ваш ноготочек. Это белый, потому что есть еще серенькие такие присыпочки. Ну, а это просто красивый, прям глаз не оторвать, и он не цепляет колготок. Проверено. Ну и вот как смотрится наша кошечка на черной подложке и также на прозрачной. Вот видите, она на белесой подложке, у нее есть розовый такой эффект. А вот на черной у нее вот есть вот именно вот такой вот как бы голубой, не голубой, синий, фиолетовый. Вообще очень красиво, просто залипательно, божественно. Ну и это были все товары на сегодня. Я надеюсь, видео вам понравилось. Поддержите, пожалуйста, это видео пальчиком вверх. Пишите свои комментарии по поводу этого видео, как вам дизайны. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Дальше больше. Всем желаю мирного неба над головой. Здоровья вам и вашим близким. Пока-пока. Удачи!